Привет, я пастор Дерек Уокер. В прошлом выпуске мы с вами начали серию о, а, пожалуй, одной из самых захватывающих тем Священного Писания. Это Божьи храмы. Окончательная Божья цель для нас — это сделать нас храмами живого Творца. То есть Господь живет в нас и сияет Своей славой через нас. Это главная цель Господа Бога. Бог дал храмы на заре человечества. Вот почему языческие цивилизации имели представление о храмах и имели их вообще. Бог открыл всем людям храм как его место жительства или обитель с человеком и в человеке. И скоро вы еще больше убедитесь воочию в том, что все земные святилища или храмы, которые мы будем изучать в рамках этой серии, созданы по образцу небесного храма. Мы видели это. В Библии есть откровения о небесном храме. Мы видим ряд образцов или прообразов, которые представлены в форме земных храмов. В них скрыто определенное откровение об окончательном храме Бога. Необходимо отметить то, что небесный храм также много говорит нам о вечном. Это люди, искупленные Господом Иисусом. Мы видели это в тот раз. А теперь продолжим исследование темы о храмах. Это открывает смысл многих фрагментов и дает описание о нашей духовной жизни и того, как Бог желает действовать в нас. Мы возьмем подсказки от всех храмов, чтобы увидеть их гармоничное сочетание друг с другом. Ведь Бог не открывает все сразу, но Он делает это постепенным. Есть важная истина о храмах, которую нужно знать. Божий храм, будь то скиния или другой вид святилища, изложенные в Библии, состоят из трех помещений. Это святое святых, место величайшей святости. Есть место, называемое святым, а также есть внешний двор. А вот три места, где был Бог. В храме три части, так как храм это пример человека. В человеке есть три составляющих, ведь он образ три единого создателя. Человек это дух, душа и тело. У него три части. Мы — храмы Бога, созданы из этих составляющих. В первом послании фессалоникийцам сказано, «Дух и душа, и тело во всей целости да сохранятся». Итак, человек — это дух. У нас есть душа и тело. Мы — образ Бога, который есть дух. Поэтому мы и есть дух. И наш дух выражает себя через душу и также через наше тело. Мы видим это в сотворении во второй главе бытия. Ведь Господь Бог создал человека из праха земного. Так Он сделал тело. Бог вдунул в Его лицо дыхание жизни. Или же Он вдохнул дух жизни. Таким образом, через это дуновение Всевышний дал человеку дух. Дух вошел в тело, а затем человек стал душою живой. Итак, соединение духа и тела породило душу. Наша душа — это соединение тела и Духа. То, что исходит из Духа, попадает в Душу, чтобы затем мы выразили это в своем земном теле. Человек это дух. У нас есть душа, и мы живем в теле. Необходимо отметить то, что премудрый создатель спроектировал дух так, что у него есть прямой контакт с Божьим Духом. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Бог создал дух. Созданный им Дух — это своего рода святое святых, человеческой личности. Бог создал его, чтобы жить в нем. Бог живет в нашем Духе. Дух — это тронный зал. Итак, в Божьих храмах, во святом святых, ковчег Завета был престолом Господа. Наш Дух — это святое святых или тронный зал. Это место власти, это место силы, это место святости. Там живет Бог. Это святое, тайное место. Итак, Бог правит из нашего духа. Он хочет править из нашего духа. Там Господь изливает свою жизнь в наш дух. Бог желает, чтобы мы были Его храмами. Он будет жить в нас. Из нашего духа... Он будет наполнять нашу душу и тело своей мощью, жизнью и славой. Это будет течь из духа. А вот картина живоносных вод. В Библии некоторые храмы являются истоком живых вод. Иногда они описаны как свет Бога, исходящий из нас. Мы живем в трех измерениях. Тело это внешний двор. Этот двор виден всем, кто соприкасается с нами. Он взаимодействует с миром и освещается естественным светом. Итак, это наше тело. Наша душа состоит из рассудка, воли и эмоций. Это наша личность. Ее можно сравнить со святым местом. С кинию не видели она была скрыта покровами. Наша душа усваивает новые идеи, получает впечатления, переживает эмоции и так далее. Необходимо отметить то, что в скине Старого Завета святое место освещалось сиянием семисвешника или же миноры. Это символ освещения нас Божьим Словом и Божьим Духом. Это душа сокровенной частью храма является наш дух. Это символ святого святых. Господь Бог жил во святом святых в ковчеге Завета. А вот седалище его божественной славы. Единственным освящением святого святых была Божья слава. Это символ нашего духа. Хвала Богу. Это своего рода чертеж. Мы как храмы не существуем по отдельности, но созданы быть частичками великого единого храма Бога. Мы с вами живые камни. Мы гармонично сочетаемся друг с другом. Каждый из нас занимает место в храме Святого Духа. Хвала Богу! Можно выразить это так. Мы — живые камни в храме Бога. И все мы — члены семьи Бога и тела Христа. Христианство — это не Бог и я, но Бог, я и церковь нашего Господа Иисуса Христа. Нужно считать себя частью церкви. Иисус вводит нас в эту тему в 16 главе Евангелия от Матфея. Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников, за кого люди почитают меня. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию. А вы за кого почитаете меня? Вот главный вопрос. Ведь Иисус — это дверь в царство. Чтобы войти в царство, нам надо узнать, кто такой Христос. Люди противятся этому. А кем вы считаете Христа? Услышав ответ, начните благовествовать. Мы входим в Царство через веру в Господа Иисуса Христа, и нам необходимо знать, кто Он. Петр дан нам как пример того, кто верит, и как пример того, кто становится частью Божьего храма, через веру в Иисуса Христа. Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога живого. Петру открылось, что Христос не только человек, но и Бог. Он Сын Бога. И Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Блажен ты, ты блажен или счастлив? ⁇ ведь ты верой принял вечную жизнь и спасение через Господа Иисуса Христа. Блажен ты, Симон, ведь не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, нас, спасает откровение о Сыне Бога. Вы признали, приняли и исповедовали Иисуса. Теперь вы вошли в Царство. Вы благословлены. Бог вселился в вас, и вы стали чадом всемогущим. Господа Бога. Вы стали частью Божьего храма. Это сверхъестественное спасение. Бог сказал, «Я говорю тебе, ты Петр». Петр на греческом это «петрос», то есть «камешек», «живой камень» ты, Петр, и на всем камне я создам церковь». Там стоит слово «Петра». Это огромный камень основания, огромный краеугольный камень. «Вот на этом камне я создам церковь мою». Этим камнем является Сын. Он — краеугольный камень, а Петр — это малый камень, который является частью храма. «На сём камне я создам церковь». Господь Иисус говорит «Я строю». Я созидаю мою церковь. Петр, ты пример для всех верующих в меня. Он стал частью церкви, построенной на краеугольном камне, которым является Христос. Ты часть его строения. Потому что мы, верующие, являемся живыми камнями. Мы это Петрос, то есть камешки, и мы стоим на Христе. Мы принимаем участие в Его жизни и Его природе. Хотя Он огромный камень основанием, а мы всего лишь частицы, мы часть храма. Церковь Иисуса Христа состоит из многих живых камней, как апостол Петр. Мы были мертвыми камнями, но когда мы поверили в Иисуса и встали на Него, как на непоколение. Любимое основание. Его жизнь вошла в нас, и мы ожили. А еще Иисус Христос не желает, чтобы мы, спасенные им люди, находились разрозненно. Он желает, чтобы мы жили вместе, как Его храм и церковь. Именно в церкви мы слагаемся стройно ради Божьей славы. Петр ⁇ это пример тех, кто отвечает Христу с верой и становится счастливым и радостным. Как Петр, мы становимся живыми камнями, присоединяясь к духовному храму Бога. Мы связаны друг с другом узами любви. Мы ⁇ это победоносная церковь, и врата ада никогда не одолеют ее. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Иисус не меняет тему разговора. Он говорит о созидании церкви. Это часть закладки фундамента. Он — камень основания. Чтобы заложить самого себя как камень, он претерпел смерть и воскрес в третий день. Он стал камнем основания своей церкви. После смерти и воскресения Христа церковь стала новым храмом Бога. Он объявил о плане построить церковь на себе, как на камне основания. В античную эпоху при закладке фундамента здание посвящалось Богу, и при этом у порога здания приносили кровавую жертву, то есть у двери здания. Этот обряд, если он исполнялся в городе, то происходило это у ворот. Жертву убивали и закапывали у фундамента, у порога. Жертву клали у порога и брызгали на него кровью животного. Необходимо отметить то, что с порогом здания был связан его фундамент, и таким образом все жильцы дома посвящались Господу Богу. Если кто-то заходил в такой дом, то он, конечно же, проходил через кровь, через дверь этого дома. А вот так освещались люди древней эпохи. Порог, место жертвоприношения считался святым местом, и поэтому никто не становился на него, ведь это было непочтением к принесенной жертве. В древние времена, после окончания строительства дома, хозяева окропляли кровью косяки и перекладины, чтобы защитить дом от зла. Мы видели такое во время исхода. Иисус говорит, я камень основания и главная жертва моего нового храма, церкви. Благодаря Его смерти и воскресению, Его храм обрел твердый фундамент, посвященный Господу Богу. Через свою смерть, воскресение и жертву Божий Сын... Иисус стал краеугольным камнем. Он держит на себе все здание перед Господом. Он сказал, Я должен умереть как главная жертва, чтобы это исполнилось. Иисус умер, Его погребли как главную жертву, посвятившую себя Богу чтобы стать основанием храма. Благодаря его крови Христос был воскрешен, установлен и посвящен Богу, как краеугольный камень храма. Бог мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Посредством его крови он воскрес и стал основанием. Через союз со Христом, через Его кровь, мы утвердились на Нем, как на крепком основании. Мы посвящены Богу. Через смерть и воскресение Сын стал нашим камнем основания. Мы посвящены Богу Его кровью, и в Нем мы навеки утверждены перед Господом Богом. Перед Богом. Он сделал нас святыми. Эта картинка показывает на то, что мы становимся частью храма, входя через дверь, через Христа, через порог. Вспомните о том, что порог — это воскресение. Порог покоится на пролитой им крови. Мы входим в Царство, принимая Христа и веря в Его жертву. Мы входим через кровь, через Его кровь. Мы вступаем в союз с Ним. Бог освящает нас и утверждает, как живые камни в Своем вечном храме. Мы защищены Его кровью. Мы в храме, Поэтому мы защищены от врага. Воскресший сын ⁇ это пороговый камень, и он завершает закладку фундамента храма. А в этом полнота его характера и всего его искупительного труда. Его смерть и воскресение завершают фундамент и утверждает нас на нем. Иисус ⁇ это дверь Божья. Его кровь у двери. Единственный пропуск в рай. Это кровь Христа. Чтобы оказаться в Царстве, в храме Бога, мы должны войти туда через веру в Его жертвенную смерть, Его славное воскрешение. Он пороговый камень. Только так мы с вами обретаем мир и покой в Боге. Мы утверждены на Нем, как на камне основания. В Нем мы становимся участниками Его Божьей природы и вечной жизни. Хвала Богу. Мы — живые камни Господа, и мы причащаемся к божественной жизни и святости. Через кровь Христа все здание посвящено Богу, принадлежит Богу и наполнено Святым Духом, который обладает им. Иисус — это агнец Божий и краеугольный камень, и Он же есть дверь. Мы собрали вместе эти факты. Отвергая кровавую жертву Христа, считая ее чем-то никчемным, мы тем самым попираем самого Господа и Его святую кровь. Для такого человека это кончается адом. В послании к евреям написано, «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия» и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Все зависит от вашего выбора. Смиритесь и доверьтесь Иисусом. Тогда вы войдете в Царство и утвердитесь на Христе. Если вы отказываетесь от Христа, то вы не войдете в рай. Итак, сейчас мы с вами рассуждаем об основании этого храма. Сын это и есть камень основания. Он заложил этот фундамент. Он умер, его погребли, и он ожил. Он наше живое основание. Интересно то, что в своем письме этот образ использует Петр. Во второй главе он приводит множество стихов Старого Завета о Мессии, который является краеугольным камнем данного духовного храма Небесного Отца. Петр покаялся в 16 главе Евангелия от Матфея. В своем письме он развивает эту идею, подтверждая ее. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение». «Вы вкусили, как благ Бог, вы приняли спасение». Далее, четвертый стих, приступая к Нему, воскресшему Христу, камню живому. Здесь Он описывает Иисуса как живой камень, как камень основания. Вспомним фразу носем камни. Он говорил о себе как о живом камне или скале. Доверьтесь Христу. Его жизнь потечет вас и вы станете живым камнем. Вы пришли ко Христу, поверили в Его смерть и в воскресение, как в основу вашего спасения. Христос принимает нас, Он милостив, и мы вкушаем от Его милости. Иисус спас нас, и мы утверждаемся на Нем, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному. Тут сказано о смерти камня основания. Христу пришлось умереть. Он умер, чтобы стать нашим краеугольным камнем, и чтобы мы стояли на нем во веки веков. Люди отвергли Иисуса. Петр пишет о Христе. Он избран Богом и драгоценен. Это означает то, что Небесный Отец избрал своего любимого Сына Иисуса и не покинул его. Он был избран Богом, и поэтому Отец оживил Христа из мертвых. Слово «драгоценный» указывает на его высокую значимость. Его подвиг был принят, и Бог Отец посчитал его достойным всей славы. Он был возвышен и носит имя превыше всех имен. Аллилуйя! Он драгоценен и достоин принятия всей власти на небе и на земле. Вот о чем сказано здесь. Он говорит о вознесении. Необходимо отметить то, что Иисус драгоценен и достоин славы. И поэтому Отец сделал его нашим вечным основанием. Хвала Богу. Петр говорит, «Христос стал живым краеугольным камнем через свою смерть и воскресение». Пятый стих и сами как живые камни. Да, мы храмы Бога, но при этом мы живые камни. И из нас состоит великий храм нашего Господа Бога. Мы живые камни. Мы приняли благодать с Божью и вечную жизнь, и теперь мы не мертвые камни. Мы живые. Мы приобщились к жизни и природе Христа, который сам живой камень и камень основания мы ожили для Бога, родившись свыше. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Хвала Богу. Другими словами, этот дом наполнен Святым Духом, и мы вместе соединены через Него. Над нами Иисус Христос, и мы утверждены на Нем, как на основании. Он — Спаситель и Бог. Он поддерживает нас и пребывает над нами, как владыка. Как живые камни, устроите вместе из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Давайте вспомним Петра, который получил от самого Бога откровение о церкви. Он развивает мысль о нем. Евангелист Матфей говорит о блаженстве Петра и о его новом имени Петрос, то есть он стал живым камнем. Итак, на основании Библии мы делаем вывод. Счастлив Петрос, ставший живым камнем. Он утвержден на скале, то есть на владыке Иисусе Христе, который есть живой камень основания. То есть, мы стали подобны Иисусу. Итак, Господь Иисус сказал это о Петре, а Петр говорит это о святых. Мы живые камни во Христе. Мы соединены вместе в Нем, в духовный дом. Поэтому христианство — это не Бог и я, а Бог, я и Церковь Иисуса Христа. Данный дом — это святой храм Божий, его жилище. В свою очередь, в первом послании к Коринфянам, святой апостол Павел рассуждает об этой истине следующим образом. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Каждый из нас — это Божий храм, а когда мы собираемся вместе, соборное помазание куда сильнее, чем когда мы с Господом наедине. Этот Божий храм очень важен для Творца. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Вот как важен этот храм, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Мы святы, потому что в нас живет Святой Дух. Павел развивает тему в послании к Ефесянам. На Христе все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божие Духом. Мы еще изменяемся. Бог добавляет к церкви камни, помещая нас в одну кладку. Его цель — сделать нас своим жилищем. Это основная цель. Мы освящены и отделены, чтобы принадлежать Отцу через кровь Сына, и наш союз со Христом, с основанием. Дух направляет нас посредством этих бесценных даров. Христианину нельзя обособляться от церкви. Мы призваны жить и быть рядом друг с другом в общении. Так что покоритесь Богу, и Он поместит вас рядом с другими святыми в храме, и у вас будет доступ к соборному помазанию. Когда мы вместе, мы поддерживаем и опираемся друг на друга. Мы помогаем друг другу. Мы связаны с основанием. Через Божью жизнь мы приходим на выручку друг другу, потому что мы утверждены в храм Божий, как его живые камни. В следующий раз мы поговорим о форме нового храма живого Бога.